Доброе утро. Я представляю вам Павел Дягилев, Владимир Гергурьян и кошки Арис и Айбис, которые стали настоящими звездами всемирного масштаба. Привет, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро всем. Привет, Арис и Айбис. Как пойдут на ручки? Попробуйте. Попробуем. Что, нет? Ну, Айбис очень переживает. Переживает, но это все, в общем-то. Стресс. Попробуйте. По крайней мере, да. Я сразу попрошу режиссера, да, показать крупно, в чем особенность этих кошек. Как называется этот термин? Гетерохромия. Вот, гетерохромия, разные глаза. Разные глаза, да. Собственно, благодаря этому они стали так популярны. Рассказывайте историю успеха. История успеха в том, что они самые красивые кошки-близнецы в мире. Но это не я термин придумал, это придумали, конечно, уже за нас. Да, так получилось. Кошки действительно сестры-близняшки, они с одного помета, как это говорится, с одного аката. Да, и, собственно... То, что они росли вместе всегда, и я не стал их тоже разлучать, потому что, ну, когда я задумывался о том, что нужно взять кошечку себе, я даже не думал, что мне вот в интернете попадется объявление, что дают в добрые руки котиков. Ага. Вот, и я очень долго мучился, думал, как же так, если я возьму одну, то что будет со второй? Они же близняшки. Я решил их не разлучать, и, собственно, теперь они обе живут у меня. Это было, конечно, такое решение серьезное, но тем не менее. Вот, ну, а потом... Я считаю, что они достойны отдельного аккаунта, и все должны узнать, что они настолько красивые. Но это правда, потому что столько кота-звезд в Инстаграме и в социальных сетях, и должны же быть родом из Петербурга тоже. Давайте. Отпускаю тебя, не переживай, красавица. И вот вы решили завести для них отдельный Инстаграм-аккаунт, в котором сейчас уже там больше 50 тысяч, да, подписчиков? Я уверен, у меня просто нет с собой сейчас телефона, но я уверен, что в данный момент там уже 60 тысяч ровно. Ага. Потому что мы проверяли перед тем, как пойти в эфир, было 59,9, а примерно в день у нас прибавляется по 1000 подписчиков, как минимум. Вот мы как раз видим парочку фотографий из этого аккаунта. Владимир, рассказывайте, тяжело фотосъемки-то устраивать? Да. Они такие шумные, в общем-то. Фотосъемки, это сильно громко звучит, это максимум длится 5 минут. Но выглядит так, как будто это такая постановка, серьезно. Да, у них фотосессия, это поставили 2-3 минуты, пару дублей и все. Потому что на другое они не способны. Видите, что они как бы не сильно усидчивы, потому что они еще маленькие котята. Ну и плюс без ассистирования, конечно, здесь невозможно. Да, то есть, да. Естественно, там я их отвлекаю, прыгаю перед ними, машу всякими флажками, игрушками там и так далее, чтобы они хоть как-то сфокусировали там свое внимание хотя бы на секунду. Получается пару кадров. Но популярность пришла еще и после того, как несколько популярных порталов, да, вас написали. И там перечислите, там же помимо вот есть такой портал Board Panda, который публикует различные лайфстайл новости со всего мира. Кто еще? Видимо, там... с него все и началось, потому что я, как раз-таки мы были в другой стране, нас пригласили на свадьбу, друзья, и мы не могли отслеживать постоянно в интернете все, что происходит. И когда я вернулся в Россию и включил телефон, ну, местную сеть, соответственно, посыпалось огромное количество уведомлений, и, собственно, кто-то отметил нас вот на ссылке, что Boar Panda нас разместила. И потом мы увидели, что по всему Фейсбуку разнеслась эта статья, а дальше уже выяснилось, что нас разместила газета «Метро» британская, Daily Mail Австралия. Это тоже мы случайно обвинили, это вообще абсолютно случайно. Айрис и Айбис. То есть можно, ну, даже могут зрители, да, сейчас это сделать, задать, ну, на английском The Most Beautiful Twin Cats или просто Айрис и Айбис, ну, вот по-английски их имена, и, собственно, найти, сколько там выпадает ссылок на разных языках, огромное количество просто различных порталов и журналов и всего подряд, и все пишут. Абсолютно неожиданно. Ну как, с другой стороны, ожидаемо, конечно. Потому что, глядя на них, ну, я до сих пор считаю, что вообще я самый счастливый человек. Да. Это правда. Мы сами в редакции сначала увидели новость, заголовок, что самые красивые кошки интернета, увидели фотографию, потом, ого, они живут в Петербурге, боже, вот это победа самая настоящая. Но сейчас по миру шествует кота-лихорадка. Слышали, наверное, что в Японии там специальные клипы для котов снимают с ультразвуками. Я думаю, что Айрис и Айбис должны стать героинями какого-нибудь видеоклипа. Ну, мы в Японии их точно не повезем, но... Нет, родом из Петербурга, конечно. Конечно, все может быть. Ну, теперь уже, да, теперь нужно придется поддерживать статус звезд. Раньше вроде как выкладывали фотографии, ну, одна-две фотографии, хорошо. Там не получилось выложить, выложим попозже. А сейчас приходится выкладывать постоянно, поддерживать статус-кво. Да, ну плюс это была просто идея Владимира, опять же, что фотографии должны быть не просто бытовые, снятые на телефон там в дома, а именно какие-то красивые, да, потому что, ну, как фотограф, этого, да, как фотограф и дизайнер, вот я доверяю абсолютно Владимиру, поэтому он придумывает как-то там поиграть, может быть, и, собственно, такие фотки и получаются. Ну а чего бы хотелось? Я знаю, что вот кот у звезды, есть у нас еще в Петербурге такой кот-звезда Заратустра, слышали, да, наверное, ну там хозяйка
делает фотоколлажи с известными картинами, но он уже по всему миру путешествует и пишут о нем, и в музеях размещают картины. Вот вы как-то к чему-то стремитесь или пока просто красивые фото и все? Пока это очень такая... испытание славы, так можно сказать, да, потому что, ну, куча всяких предложений, они уже имеются, естественно. Так, а звезды, вот, может быть, какие-нибудь обращались? Звезды пока не обращались, но вот это было бы интересно, поработать со звездами, да, или как-то вот... У нас есть в Катамире знакомый, уже знакомая, да, которая работала на фотосессиях у Стелла Маккартни, снималась в рекламном ролике, она... Она с Канады или с Великобритании? С Великобритании. Да, по-моему, с Великобритании кошка. То есть им там проще, конечно, они позвонили друг другу, они забрали на перевозку, поехали, сделали съемку. Здесь, конечно, сложнее будет, но я думаю, что можно что-то придумать. Да, возможно, дизайнеры местные какие-нибудь одежды решат, что именно наши кошки могут стать их лицом. Ну, мы будем не против. Нет, нет, я вот верю, что Айрис Айби ждет большое будущее. Они сами как-то изменились после того, как стали популярными. Ощущают, то, что они звезды. Мне кажется, посмотрев на них, они какие-то. Они изначально были звездами, поэтому сейчас они ничего не поменялось. Гордо несут корону. Ну что ж, я очень искренне надеюсь, что, во-первых, количество подписчиков будет расти в геометрической прогрессии с каждым днем, я думаю, после нашего эфира тоже. Ну и надеюсь увидеть их в клипе у Мадонны, у Джастина Тимберлейка, может быть. Ну, начнем с наших звезд, начнем с наших звезд. Какой-нибудь няшный клип вполне себе представляю с их участием. Айрис Айбис, вам спасибо. Успехов желаю, конечно же. Очень приятно, что у нас в Петербурге живут вот такие вот кот-звезды. Павел Владимир, вам тоже удачи и новых творческих задумок интересных с участием очаровательных. Спасибо вам большое.